В нашем с вами любимом мире Варкрафта существует такая раса, как Туриены, и славится она не только своими сильными воинами и умелыми шаманами, но и уникальной культурой. Ведь эти парни знают, как закатить вечеринку. Таурены практически все отмечают большими фестивалями. Они празднуют смену сезонов, восход и закат солнца, когда рождается ребенок, когда умирает старик, когда для охоты есть много животных и когда для охоты нет ничего. И у всех их праздников есть три общих признака. Во-первых, это обилие еды. Если у племени излишек припасов, они не могут дать ему пропасть. Во-вторых, это танцы. Когда их дети учатся ходить, они сразу учатся танцевать. В-третьих, барабаны, потому что именно под барабаны они и танцуют. А барабаны у них просто гигантские, и бить в них могут только ритуальные барабанщики, обладающие огромными мускулами. Это был кусочек лора по Варкрафту. Всем добра.